внутренней. Сама модель невероятно красивая. Примерять эту вещь, разумеется, я не стану, поскольку она очень прозрачная, но она сидит в точности так, как и на картинках, которые предоставлены у продавца. Сам лиф, как вы видите, выполнен треугольничками, весь он обрамлен тесьмой. Также две тесьмы вставлены выше, параллельно верхним краям лифа. Под ним внутри также присутствует данная тесьма. Вот здесь вот ее очень хорошо видно. И ниже находится очень красивое кружево, которое заканчивается ресничками. Сзади лямочки регулируются. Здесь вот такая застежка, и под ней образуется вырез. Размерная сетка здесь абсолютно верная. На обхват груди 92 см. Заказали размер М, поскольку ткань эластичная. И данный размер замечательно подошел. Следующая покупка — это очень качественные ремни. У меня их целых 5 штук разнообразных расцветок. Началось мое знакомство с этими ремнями еще 3 года назад, когда я только начала делать свои заказы на Алиэкспресс. Заказала я себе 2 штуки. 2 вот таких коричневых. Один светло-коричневый, другой темно-коричневый. Мне безумно понравилось их качество. Покупала я их рублей за 200. За 3 года с ними ничего не случилось. Причем носила я их постоянно. И с джинсами, и с шортами периодически меняю друг на друга. После чего, убедившись в их прекрасном качестве, я захотела заказать себе еще парочку цветов. Но у данного продавца закончился товар. Его очень долго не было. И спустя долгое время, когда у него вновь появился товар, я решила заказать себе сразу 3 штуки. Ничего с ними не случается, они не рвутся, не трескаются, не затираются. Давайте поближе покажу вам их пряжки. Здесь очень плотный, очень крепкий металл. Сами они прострочены, что мне очень нравится. И здесь вот по бокам они прокрашены. Все отверстия тоже выполнены очень качественно, очень здорово пробиты, нигде ничего не махрится. Очень замечательные ремни, тем более за такую смешную цену. Обязательно вам их советую. Раз уж заговорили о ремнях, давайте покажу вам еще один очень дешевый ремень. Может быть, кто-то видел его в моем стареньком видео. Вот такой вот он золотой. Покупала я его всего лишь за 40 рублей. И качество его меня тоже вполне устроило. Он также прострочен по бокам, также все довольно неплохо сделано. За 3 года носки, пускай и не часто, и с ним ничего не случилось. Это позолота никуда не девалось, ничего нигде не затерлось. Все очень хорошо. Я его ношу на талии. Для этого пробила вот здесь вот еще одно отверстие ножницами. В общем, тоже замечательная покупка. Разбавит любой какой-то скучный образ. Я его с черным платьем надеваю. Мне очень нравится, как оно с ним смотрится. Следующая покупка также удачная. Это совершенно замечательные джеггинсы. Раньше я уже заказывала себе одни с прорезями выше колена. Эти я заказала такого красивого серого графитного цвета. Этот цвет сейчас очень актуален. На свои параметры, на обхват бедер 90 см, я заказала размер М. Он замечательно мне подошел. Все село просто прекрасно. Ткань здесь очень качественная. Ткань здесь практически 100% хлопок с добавлением эластана. Благодаря хлопку в них очень комфортно, совершенно не жарко. Благодаря эластану они очень сильно тянутся, они прекрасные, очень мягко садятся по фигуре, нигде не доставляют никакого дискомфорта. Посадка мне их также очень понравилась, они сидят чуть ниже талии. И также мне понравилась их прекрасная прострочка, все швы абсолютно ровные, все очень-очень хорошо сделано. Я вот вам все швы могу показать, они все очень классные, сзади тоже. Все-все швы абсолютно ровненькие, и мне в них очень понравились карманы. Карманы хулиганы, если я не ошибаюсь, они так называются. Мне безумно нравятся такие карманы, очень красиво выглядят. И здесь вот по ним такие вот красные прострочки. По талии у них присутствует очень плотная, вот такая вот широкая эластичная резинка, которая все очень хорошо держит. Купала их примерно рублей за 800. Даже если бы вот они стоили дороже, сейчас увидев их, я бы заплатила за них больше. Честное слово, очень они мне понравились. Там продавца, кстати, еще другие расцветки есть, так что если вас другие интересуют, то можете заглянуть и посмотреть. Следующая моя покупка теплая. Это такой укороченный свитерок из совершенно натурального материала, что мне очень понравилось. Здесь в составе, наверное, ангора присутствует. Хотя заявлено кашемир, может быть, даже и кашемир. Не буду спорить с продавцом. В общем, качество материала мне очень понравилось. В нем очень тепло и совершенно не жарко. То есть кожа в нем не потеет. Сама ткань тоже выглядит очень красиво. Я выбрала в таком сером цвете. Очень люблю такой спокойный цвет. Он очень хорошо тянется. Размер, кстати, у него один. Очень сильно тянется из-за того, что у него ткань резиночкой сделана. Здесь такие косички тоже красивые присутствуют. Интересности придают
этим свитером. Длина рукавов меня совершенно устроила, рукава не короткие. И то, что он укороченный, мне очень понравилось. У меня все вещи удлиненные, и джинсов, и джеггинсов я себе напокупала с завышенной талией, поэтому мне очень даже хотелось что-то укороченное. Очень актуально сейчас укороченные вещи. Качество пошива тоже очень хорошее. Все швы ровные. Горловина тоже очень красиво вшита. Никакого здесь дефекта я не нашла. Очень мне все понравилось. Также могу советовать вам данную покупку, если вы положительно относитесь к укороченным вещам. Следующая покупка также теплая. Это очень популярные на сайте утепленные леггинсы под кожу. Утепленные они, потому что внутри у них находится вот такой вот теплый коричневый мех, без колготок. Их даже в самые низкие температуры спокойно можно носить, что я и делаю. Никакие колготки сюда совершенно не нужны. Качество у них очень хорошее. По длине они мне подошли. На свой обхват бедер 90 сантиметров я заказала их в размере L. Если бы заказала размер M, они бы тоже хорошо подошли, сели бы так в натяжку. А так достаточно свободно, но меня, в принципе, все устраивает. Качество верхнего материала меня тоже вполне устроило. Все очень ровненько, все очень хорошо. Здорово напоминает кожу, при этом не доставляет никакого дискомфорта, не скрипит, как искусственная кожа. И материал отлично тянется. В общем, тоже советую. Очень актуальная сейчас покупка. Смотрятся они очень красиво. И мне, кстати, больше нравится, если их носить с какой-то удлиненной кофтой или с туникой, то действительно они прям смотрятся как кожаные штаны. Следующей покупкой стала белая удлиненная кофта. Вот так вот она выглядит, тоже очень часто встречается на сайте. Мне она понравилась внешне, решила ее себе заказать. Заказала на свои параметры в размере S. Что мне в ней понравилось? Понравилась мне ее длина. Вот как раз с прошлыми леггинсами она смотрится просто прекрасно. Вообще очень понравился ее покрой, пошив. Модель очень красивая, она приталенная. Здесь вот горловина тоже очень здорово сделана. Прям такая нежная, милая кофточка. Спинка мне ее также понравилась. Сзади такой круглый вырез и очень красивая атласная ленточка. На нее завязывается спинка. Материал у этой кофты акрил, но в нем почему-то очень даже комфортно. Скорее всего, потому что вязка здесь довольно ажурная и кожа очень хорошо дышит сквозь эту вязку. Я ее надела, носила ее, и мне в ней было очень хорошо, и я, в принципе, в ней не вспотела, никакого дискомфорта данный материал у меня не вызвал. Минус ее заключается в том, что вот эти вот стразы очень хорошо отлетают при стирке, так что если будете стирать, отжимайте ее аккуратно. Хотя вот даже сейчас у меня уже один страз отпал. И вот уже их как много отпало после одной стирки, так что учитывайте это. А да, кофточка, конечно, внешне здорово очень смотрится, носить ее однозначно буду, несмотря на эти стразы, с ними придумаю, что сделать. Последнее, о чем расскажу сегодня, это замечательные серьги, которые на протяжении всего видео находились на мне. Они фиолетового цвета, у меня есть уже такие синего цвета, заказывала их очень-очень давно, носила их очень-очень часто. И за все это время, несмотря на то, что они у меня много раз бывали в воде, они выжили, и ничего у них не стерлось, ничего у них не потускнело. Замечательное у них качество, очень их советую. Через некоторое время заказала такие же, но сиреневого цвета, вот такие. Но сиреневые как-то другой краской покрашены, немножечко похуже, носится их позолота. В принципе, она на месте, но вот как-то видно, что не очень хорошо она себя уже чувствует. Хотя где-то год назад их заказывали и очень активно носили. Так что, в принципе, за такую цену стоят они, кстати, 80 рублей всего. Год носки – это прекрасный срок. В принципе, можно год относить, а за 80 рублей уже себе еще одни такие заказать на следующий год. Очень красивые, здорово блестят камни. В принципе, позолота на этих начала плохо себя чувствовать на самих вот этих вот колечках. А на рисунке вся позолота очень хорошего качества. Но если хотите более крепкую, то заказывайте просто в синем цвете. Они прям вот как были, так и есть, ничего с ними не случилось. Также у меня очень хорошая новость для тех, кому понравились вот эти чашечки, которые я вам показывала в одном из прошлых своих видео. Я нашла на них нового продавца. Так что ссылку обязательно оставлю в описании под видео. Знаю, что многим они понравились, но
Многие не смогли их заказать из-за того, что у моего продавца уже закончился товар, а я нашла на них целых двух продавцов, так что можете заглянуть в описание. Ну вот и все на сегодня, все ссылки будут в описании под видео. Большое спасибо всем, кто смотрел меня, кто досмотрел до конца. Огромное спасибо, что вы подписываетесь, и огромное спасибо всем, кто остается со мной уже такое долгое время. Канал растет, растет каждый день, меня это безумно радует. Я очень рада стараться, пишите мне о своих пожеланиях, чего бы вы побольше хотели видеть в моих обзорах. Пишите комментарии, я все их читаю, несмотря на то, что у меня нет физической возможности ответить на каждый из них. Но абсолютно каждый ваш комментарий был прочитан, и вы были услышаны. Ну вот и все, давайте попрощаемся с вами до следующего видео. Всем до скорых встреч!